Всем привет, вы на канале Еще Один Ход, и мы продолжаем игру в XCOM. У нас сегодня миссия с избранным. Подготовил я отряд, снарядил их лучшим снаряжением, так что думаю, у нас тут должно быть все в порядке. Но прежде чем мы отправимся, давайте потратим очки способностей. У нас тут есть два солдата с непотраченными. Давайте здесь определенно большой бум. Взрывные работы в целом тоже очень даже хорошо. Да, давайте, наверное, взрывные работы. Плюс один к критическому урону. Ну, такое. Гонь по цели, кстати, неплохо. Давайте сюда взрывные работы тоже вкинем. Хорошо, когда... Как говорится, хорошо. И здесь у нас тоже 14 очков. Угроза. Так, особый выстрел с бонусом на часть минимальный или нулевой урон, но затрачивает цель при попытании сменить позицию, дающие ей штрафы и к защите к уклонению. Ловушка плюс 20 к попаданию по противникам, пытающимся двигаться при подавлении огнем, звезда рингом, головорез. Атаки были широко рукопашной схватки нам не особо интересуют. Промахи из нового оружия имеют больший шанс стать царапиной. Техника спецназа позволяет отражать атаки в ближнем бою, только с помощью холодного оружия. Это, кстати, очень хороший навык, но сейчас мы, по идее, будем сражаться с чародеем, а не с... как ее? Забыл. В общем, с мечом, которая... Так что я бы, наверное, взял бы здесь беспокоящий огонь. И давайте отправляться. Sky Ranger deployed. Menace ready to deploy. Итак, нам нужно защитить подключение. Давайте посмотрим, что нам предложит игра. Итого. Да, перехват разведчиков. Это у нас уже тоже миссия была. Не будем это все читать. Главный смысл в том, что нам нужно защитить наших сопротивленцев. Так, кстати, похоже, будто бы та же карта у нас, что и в прошлый раз была. Давайте выглянем сюда. Так, никого. Тут у нас дробовик, автомат. Можем вот тут вот попробовать встать вот сюда. Так, да, цепляем кого-то. Довольно много их здесь. Да, если что, мы здесь достаем. Встаем вот сюда. 44-28. Потенциально можем даже попасть при желании. Скорее всего, будем по мутону шквальным огнем стрелять. Так, здесь у нас, ребятки, что у нас тут? Ниндзя в невидимости, давайте им походим. Да, ребятки, там. Враги там. Ну, давайте подходить. Никого не увидели, а значит, подходим всеми остальными.
Так, здесь у нас дробовик. Так, давайте, наверное, подходить полностью. Не будем тратить лишнее время. Подходим сюда. Тут даже видим. С фланга я бы стрелял бы. Когда видишь с фланга, нужно стрелять. К сожалению, не попали. Так, давайте сюда в полное укрытие. У него, кстати, палач. Я бы еще кем-то выстрелил. Отлично. Так, тут мы продолжаем бежать. Так, наш снайпер. Давайте, наверное, поближе. На крышу. Ну, эта крыша, на самом-то деле, нам еще не особо нужна. Давайте пока что сюда. Там посмотрим на следующий ход. Так, гранатометчица. Так, здесь у нас вот такой вот ход, наверное. Так, чё, крышу не вижу. Вот, давай сюда. Нет, 100% этого мы точно забираем. Давайте сюда. Так, шансов нет, так что тут она тоже будет кидать гранату. Что мы делаем здесь? Да, тут мы однозначно светошумовая. Тут мы, скорее всего, стреляем в мутона шквальным огнем. Вопрос лишь в том, гранатку в мутона или светошумовую тоже. Наверное, лучше гранату. Так, избранный появился с другой стороны. Что у него? Абсолютное спокойствие, меткость в режимах наблюдения, казнь, если имеет меньше половины здоровья, так получается цель, снижая защиту, щиты от промахов. Хорошо, против него хорошо жнецы, но жнецов здесь нет. Жизнь у него 41. Мы просто взяли уникальную сигнатуру. Один из выбранных здесь. That thing is only going to make trouble for us until we deal with it. Так, еще враги. Вот же ж. Even the smallest strike, Elder's vengeance is carried forth. The fragile forms succumb to the perils of battle.
Вот это они, конечно, меткость у них. Радует только, что мутон не спрятался. И мы и тут тоже цепляем. Так, здесь у нас чистильщик. Давайте подходим сюда. Будем использовать гранату. Так, что у нас здесь? Можем подбежать с фланга. А где третий, я не могу понять. А вот третий. Да, тут, конечно, много солдат у нас. Пока долистаешь до кого надо. Здесь 56-61 62. Тут без шансов у нас. Жизнь, конечно, многовато до этого чувака. Но давайте пробовать. Замечательно, еще и крит. Кстати, тут она может протокол блокировки использовать. Это потенциально шанс. А, сюда заходим, он увидит двоих. Что у нас здесь? Пристрелка. Пристрелки у нее нету, но у нее есть все равно два выстрела по 66%. Я думаю, мы этим воспользуемся. Отлично. Ну, тут промах. Так, он тут видит мутон. Да, тут у нас... Черт его знает, что тут делать с одной жизнью. Давайте пока с тем отрядом разбираться. Что скажет снайпер? Тут 31% всего лишь. Потенциально вот тут вот хорошее место. Так, а Келли добегает, чтобы зарубить того чувака. Да, кстати, добегает. Значит, нам остается добить только этого. Давайте пробовать. Отлично. Так, что у нас тут дальше? К сожалению, 58%. Ничего себе. Шанс. Шанс, скажем, прям так себе. Так, давайте до снайпер. Делает метку. Так, мало, но он бы убил бы, но
Реально мало. процентов. Давайте пробовать. Хорошо, но царапина. Так, что делаем здесь? У нас с этой стороны парни. Давайте попробуем мэг захватить. Так, ну надеюсь, я его отсюда увижу. Конечно. Так, здесь у нас есть хорошая граната, на самом-то деле. Давайте сюда. Кидаем гранату. Здесь у нас есть граната, а здесь у нас перезарядка. То есть тут нужно стрелять. Здесь можем подойти. процентов. Не густо на самом-то деле. процентов. Так, мы не дотягиваемся. Там тоже черти куда. Не знаю, будет ли он двигаться. Но давайте попробуем. Здесь 42. Ну, мне кажется, надо подниматься наверх здесь. Это гремлин. Давайте на ходу, это самое последнее, да. Давайте сюда. Так, ну, наверное, будем закидывать сектоида и сержанта гранатами. Да, вот тут сюда вообще можем встать. Да ты что? Ты же там же показывал, что ты видишь. Ну что ты будешь делать? Давай сюда. Отлично, машина взорвалась. Так, у нас осталось только двое.
Значит, нужно попасть. Отлично. Давайте подбираем это. Так, отлично, Мэг не попал. Так что дезориентация будет? Огненная? У них же вроде только дезориентация была. Начинается. Так, не попал. Наверное, снимать снайпером этого стража. Отлично. Так. Нам нужно, наверное, Мэг увидеть. Ну, мы его, считай, видим. Давайте собирать тут то, что плохо лежит. Тут она никого не видит. Давайте сюда. Так. Тут нам, наверное, надо бежать. Так, вон он и Мэг. Тут, конечно, даже укрыться негде. Давайте сюда. Так, что бы я делал? Я бы, наверное, поставил бы снайпера, чтобы он, если что, в следующий ход всех видел. Да, с мобильностью ей, конечно, нужно что-то делать. А, кстати, протокол помощи для снайпера мы не сможем использовать. Давайте сюда. Попробуем его хакнуть. Пятьдесят 50/50. С другой стороны, наверное, лучше его вообще глушить. Но могли и захватить. Давайте сюда. Что у нас здесь? Потенциально видим с фланга. Давайте пробовать. Отлично. Так, тут тоже видим сланга. Так,
А как насчет гранатки? Нет, ее мы не добрасываем. Так, у нас вообще две жизни. Можем пробовать встать сюда. Отлично. Этого мы забрали. Давайте сюда. Там мэк оглушен. Что делаем здесь? Наверное, запрыгиваем наверх. Или лучше вообще им отойти. Он, так как он прокачанный у нас сопротивленец. Давайте сюда. Перезарядись. А здесь берем добычу. Да, это наш последний игрок. Можем пробовать подойти. Только некуда. Давайте бой готовность. О, это неприятно. Кто его может забрать там? Здесь хорошо видно мэка. Так, то есть у него там 10 здоровья. Да, можем потенциально, если кто-то его еще ранит, потенциально это возможно. Тут 59%. Давайте пробовать. Перезарядка. Может просто гранатку закинуть. Так. Ну, здесь у нас выбора нет. Мы, наверное, точно стреляем в мэка. Ну, давайте сюда. 95 и 68. Давайте забегать. Вот это, конечно, у него маршрут. Отлично. Давайте, наверное, подходим сюда. Встаем в боеготовность.
Так, по-моему, вот этот круг его означает, что он будет стрелять. Так. К сожалению, в сланга никто там не может зайти. Тут нам только перезаряжаться, либо отходить. Два урона всего лишь. Don't waste my time. You're just lucky they don't let me use my hands. Так, штурмовик сюда. Шансов просто попасть не так много, как хотелось бы. I guess that'll be okay. 50%, если промахнется, добавит ему защиты. Зачем это надо? Oh, yeah. Давайте здесь боеготовность. У него довольно много шансов на самом деле попасть. Здесь можем кинуть гранату, но я бы не стал. 42 тоже процента. Перезаряжайся. Так. Давай, наверное, попробуй сюда. Так, тут подходим. Так, осталась только она. Да, призлив последователей. Так, ну это не самый худший вариант. Да, будет подкрепление в следующем ходу. Тут мы, к сожалению, никого не видим. Тут у нас перезаряжается контроль над мэком. Так, ну, не добегаем мы никуда. Здесь, кстати, потенциально мы хорошо можем встать. Let's do this. Да, даже вот так можно сделать. Я бы тут быстрое развертывание. Даже этого забрали.
До змеи не добегаем? Нет, не добегаем. Здесь тоже не особо. Давайте боеготовность. Здесь у нас Мэг остался. Который нужно точно забрать. Но в целом неплохо. 94% было, между прочим. Да, отличный выстрел, давайте пробовать. Серьезно? Что это за... Так. Какие еще варианты? Так, тут... вот, кстати, хорошее место. Давайте попробуем. Ох. Неожиданно, конечно. Давайте, наверное, гранатку сюда. On your order. Moving to Overwatch. Seems doable. Affirmative. Covering now. Давайте сюда. Так, он последний. И у нас тут Мэг, который так некрасиво здесь стоит. Так, упали они прямо на наших главных ребят. Да, двоих мы забрали с подкрепления. Нехорошо. Так, давайте тут перезаряжаемся. Так, Мэг мы все еще не можем отработать. Будем, наверное, забирать его. Hit the armor.
Так, что скажет снайпер? Как насчет попасть по избранному? Да, очень даже неплохо. Давайте на него даже меточку повесим. Да, видите, исчез шанс царапины. Так, что у нас здесь? Тут надо еще с Мэком разобраться. Как насчет того, чтобы попасть в этот раз? Отлично. Давайте сюда. Давайте зарубим. Так, наша гранатометчица может подняться сюда. Already. 50% можем просто разворотить все, что там есть. Непонятно, попадаю я или нет. Вот честно, не могу понять. Но походу попадаю. Да, отлично, он упал вниз. Так, давай-ка сюда. Как насчет... Что-что? Ты что, не видишь его? Серьезно? Давайте сюда. Нет, у нас есть стреляй и беги, но не вижу в нем прям супер большого смысла. Давайте сюда в полное укрытие. Просто отходим подальше. Так, что теперь можем вот сюда вот. Я не знаю, куда он побежит. Так что лучше окружать его. Так, снова же 100%. Давайте стрелять.
Так, у нас еще одной гранатки нету. Почему он его туда не видит? Что за прикол? Так, ну здесь у нас только укрыться вариант. Whatever you say. 37%, это никуда не годится. Давайте сюда. Здесь можем врезать. Но он будет отстреливаться. У нее есть защита, можем чуть-чуть пожертвовать. Но это фишка в том, что все равно мы не сможем забрать его. Давайте перезаряжаемся. Подходим. Здесь защита. Давайте попробуем. Да, он сместился. Можем шквальный огонь сюда. Давайте, наверное, заканчивать с ним. Так, ну неплохо. Secure. Status confirmed. Mission accomplished. I'd say we owe our people a break after taking down that chosen commander. I doubt it'll be long before we see that thing again, though. Так, лучший игрок, да, наши килли. Что? Специалист не сделал ни одного выстрела. Так. И сколько у нас погибло? А, тут не показывается, ну ладно. По-моему, у нас двое сопротивленцев погибло. Как насчет повышений? Есть у нас парочка. Штаб-сержант. Разрушитель. Тандемные боеголовки, гранаты, ракеты, тяжелое оружие, наносит полный урон по всей зоне поражения. Но это неплохо. Ваше снаряжение включает дополнительные слои защиты. Фосфор. Ваш снаряжение теперь может поражать механически иммунных к огню противников и уничтожать броню. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Давайте начнем с тандемных боеголовок. Так, тут все по двадцаточке стоит. Диверсионная ракета. Выстрел особой ракеты, значит ограниченный урон, но имеющий шанс оглушить или дезориентировать органических противников в зоне поражения. Оставляет дымовую завесу. Подавление. Высота. Давай налетай.
за каждого видимого врага, кстати. Ну, это неплохо. Давайте попробуем критическому урону добавить. Чутка. Давайте так. На 3 очка из общего. Так, также специалист. Наконец-то у него будет полевой врач. Спецдоставка. Временно снять боевую гранату выбранному союзнику. Количество использования миссии 2. Прикольно. Всегда на чеку. Полевой врач. Давайте однозначно полевой врач. Есть еще шестерочка, но... Так, выстрел по враги имеет бонус против целей с полным здоровьем. Это неплохо. Серия выстрелов. Особая атака призывает 3 выстрела в цель. Требует оба действия, добавляет штраф к меткости за каждому выстрелу. На самом-то деле у нее-то и очков особо нет. Так, продолжить. И еще одно повышение у рядового. Ну, это как бы... Так и должно быть. В этом никто не сомневался. Так, что у нас тут? Немного спал Фейлерия и... неплохие в целом ПБМы. Так, давайте впервые прокачаем нашу связь. Собственно, что они получат? Секретные агенты. Если оба солдата отправлены на секретное задание вместе, время выполнения сокращается на один день. Это хорошо, лучшая командная работа. Дополнительное действие напарнику, один или два заряда на миссию. В зависимости от уровня связи, корректировщик. Солдат получает бонус к точности, если его товарищ атаковал цель или был атакован ею. Угу. Бонус увеличится, если товарищ находится на соседней клетке. Не бойся рядом, когда солдат заканчивает движение рядом с товарищем, тот автоматически избавляется от негативных ментальных воздействий. Отлично. Давайте прокачаем. Это что значит? Получена отрицательная черта. Ты же только от нее избавился. Таксофон может запаниковать при получении статуса отравления для себя или для соратников. Но это, конечно, плохо. Давайте посмотрим госпиталь. Как нету, когда только что сказали, что есть. А, он на тренировке, поэтому мы не можем отправить его в больничку. Так, что еще? В целом, больше тут особо и нечего делать. У нас неиспользуемые лериевые ядра. На это нужны материалы. Да, черепной бур, 75 материалов. Так, а это что такое? При помощи пары уникаций и модернизации технологии его можно подготовить к боевой эксплуатации. Угу. Тут он откроет искру, насколько я понимаю. Настройка спуска. Ну так тут особо... Ну вот морозная бомба еще хорошая. Черепную бур нам нужно обязательно сделать. Угу. Давайте попробуем заказать черепной бур. Может быть, у нас что-то выйдет из этого. Нужно только 75 материалов. Ну, многовато, конечно. Так, ресурсы у нас через 11 дней. Давайте слетаем на черный рынок. Так, что мы можем тут продать? Глушитель нам в целом нужен. Элитный приклад тоже хорошо. Адаптация. Резкое зрение. Что мы можем продать на 75 целых?
Прочитан двинта. Кэш данных. Концентрация. Так, ну давайте один такой. Ядро и дерево. 60. Нам нужно еще 5. Обломок дронов. Он нам нужен, чтобы исследовать. Сильные бронеплиты нам тоже нужны. Ну, давайте одно здоровье. Фиг с ним. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, commander. Так. Ну и поехали достраивать вышку. Setting course for the East African sector. Your forces fought admirably today, commander. Так, и таки засада. Their efforts have done little to slow the advance of the Elder's vision for the... Экстренная эвакуация всех агентов. We're getting an emergency signal from our people deployed with the resistance. There was an ambush during the latest action. Firebrand is en route to their position now. Your attempts at subterfuge have failed, and this defeat will be a costly one. Так, что у нас тут еще есть? Снайперы там на задании. Так. Ну, давайте специалиста тогда. Ну и ниндзя, чё не. Так, все они в целом заряжены после прошлой миссии. Не вижу смысла их особо менять. Давайте начинать. Так, ну собственно, нужно эвакуировать наших агентов. Time to waste. Break cover and move to the extraction point on the double. Так, давайте посмотрим на наших агентов. Их тут трое. Тяжелый пулеметчик. Солдат Адвента. А, наверное, можем сюда и разобраться с пулеметчиком. Так, гнев, подтянитесь. 61, но 61 маловато, лучше добежать. Добрый день. Так, можем еще сюда. Вот это интересно. Так, давайте подходить. Цепляем 3 змеи. И там снизу еще. Так, хорошо. Что мы можем им предложить? Ну, не густо на самом-то деле.
Да, гранату не особо мы дотягиваемся. Давайте быстрое развертывание. А, нужно было, если мне нужно в начале. Да, если бы я не двигался. Это я зря потратил, конечно. Да, шансов попасть все равно очень мало. Можем светошумовую. Да, хотелось бы как-то по двоим, но я явно не дотягиваюсь. Давайте сюда. Так, 59-53. Здесь у нас дым. Ну, давайте. Один урон. Интересно. Это как так получилось? Так, тут еще один. Еще враги стоят. Давайте лучше сюда. Да, он там обнаруживает. Так, промах есть. Так, ну, в целом, наверное, просто ракету туда сейчас запустим. И закончим мы на этом с ними. Тебя готовность. Так, ну там я, скорее всего, зацеплю, как только выйду. Давайте тут бой готовность. Да, остались только они втроем. Давайте в боеготовность. Здесь тоже, наверное, подходим. Наверное, лучше сюда. Попала. А вот сейчас попала. Нехорошо.
Так, ну давайте подходим тут. Понятно. Ну ладно. Так, два ядра, неплохо. Да, и мы цепляем тех. Или нет? Нет, походу не цепляем. Так. Давайте подлечим. У нас тут теперь аптечек много. Так, нужно сбежаться, потому что подкрепление это не за горами. Все еще не увидели никого. I see everything. That's affirmative. On Overwatch. Let's do this. I'm on it. I stand ready. Так, ну это интересно. Давайте сюда. Ага, ну мы все-таки их не зацепили в прошлый раз. Может, она забежала, конечно. Так, мы можем зайти им в спину. Обоим причем. Так, добрый день. Так, тут мы кого-то видим. Да, можем вот сюда вот зайти. Можем серию их снять. Перезарядка. Как насчет двойного выстрела? Разобрались. Да, не защиту, это под шланга. Мне хочется просто тут поджигать. Гранат! Хорошо. Да, теперь зарубим ее. You can't handle me. Так, ты подбирай. Ну, сегодня прям по-богатому. No problem, boss.
На, будет подкрепление. Давайте сюда. Let's move already. Scanning. Да, можем вот сюда. Готовимся к подкреплению. Так, что у нас? Давайте просто убежать. Rolling. Got the goods. Нет, по готовности. Куда они высаживаются? Прямо к нам. И ни одна боеготовность не сработала. Так, ну, ребятки, давайте, наверное, подходить в упор. Так, сколько здесь урона? 4. Этого недостаточно. Так, 3,6, 76%. Ну, такое на самом-то деле. Неплохо. Давайте уходить тогда. Confirmed. On the move. Affirmative. Covering now. Heading out. Overwatch. Let's move already. Scanning. Rolling out. Давайте сюда. А, подкрепление будет не в этот ход. Значит, мы спокойно отходим назад. Так, давай тоже сюда. Location confirmed. Looks like they called him back up. Да, они подходят в этот ход. Вопрос в том... Да, мы уходим. My fight is over. Moving out.
Packing it in. I'm on it. Evac confirmed. Tired of waiting around. I'm out of here. Whatever you say. I'm going. Let's do this. I'm going. Так, ну, почти идеальная миссия. Один раненый. Лучший игрок у нас заступник. Все-таки двойной выстрел с обхода с фланга довольно хорошо решает. Пусть и меткость крюка оставляет пока что желать лучшего. Так, что у них доступна связь с гранатометчиком, хотя и низкая. Но все равно это лучше, чем никакой, мне кажется. Пусть будет. Так, ядро Лири, настройка спуска, приклад. Также получаем миссию. Ученый. Отлично. Так, новое задание можем сделать. Так, засада, да, засада упала. Так, подобрать добычу, например, на добыче инженер. Сбор материалов. Давайте сначала посмотрим, что у нас там по бойцам. Есть заступник с прокачанным уровнем. Господствующая высота у него есть, непоколебимость, удар хлыстом. Давайте удар хлыстом. И что еще можем? Эффект присутствия для действия другому солдату, безжалостность, расширенный инвентарь. Это, кстати, тоже хорошо. Но дорого. Да все дорого на самом-то деле. Но расширенный инвентарь — это прям хорошо. Но, наверное, не в этот раз. Так, тут мы уровень не получили. Но я бы, наверное, их бы опять отправил на миссию. Они хорошо ее выполняют. Получение очков способностей, ПБМ, наем повстанцев. Так, ну, возможно, инженера. А с другой стороны, нам и деньги нужны. Дать лучше инженера. Так, и кто-то с ними еще пойдет. Давайте отправим ниндзю. Хотя... Давайте снова же Геральда, они потом просто хорошо снаряжены. Хотя, с другой стороны, засады точно не будет здесь.
давал 28%. Ну, пусть так. Да, нам нужно отправлять миссии. Далеко мы прям залетели. Setting course for sector 12, East Africa. Так, 6 дней, незначительно 10-12, снабжение противника. Трофеи Адвента, скрытый материал в контейнерах по зоне действия. Ну, давайте попробуем. Так, с кем тут Шелли и Грант Мэтчик, они все все в больнице. Кто у нас тут еще есть? Келли есть, Самади, Масуда. Важно, где внизу. Ну, давайте ее. Так, специалист остается пока что. Так, а с кем этот специалист дружит? С Вайлет. Вайлет тоже в больнице. Да, давайте возьмем ее. Так, 144%. Можем еще кого-то нагрузить. Давайте гранатометчик. Мне кажется, лишним не будет. Давайте проведем снаряжение. Анакрип Баракс. Так, что мы сюда? Аптечка. Жилеты. Дым. Тут нам нужна лазерная винтовка хорошая. Автозаряжение. Хорошо. Что с по броне? Броня есть. Так. Здесь у нас 8 жизней. Я бы броню ему не давал. Тут, кстати, еще персональный боевой модуль. Но для нее нет ничего интересного. Так, что у нас здесь? Ниндзя. Все хорошо заряжено. Так, ну в самом тут 6 жизней. На мой взгляд, более чем. Здесь у нас гранатометчик. Нужна винтовка ей получше. Так, граната и светошумовая. Сто 9%, то бишь еще одного мы не добавим. Пойдем в пятером на 10-12. Это может быть тяжело. Что можем здесь еще добавить? Ну, кстати, если тут с ускорением будет вообще минимальное 7-9, может быть, имеет смысл потратить разведданные. Наверное, да. Я не буду никого добавлять, просто потрачу
еще не разведданная. Здесь можем взять что-то. Еще протокол сканирования, левый хирург, протокол восстановления, часовой, палач, верный выстрел, стойкость. Наверное, вирус лучше. Так. Да, давайте отправлять, и я ускорю проникновение там. Просто-напросто. Skyranger deployed. We're in the pipe. 5x5. Так, место рейда. 3 дня. Переходите подкрепление. Это у нас что вообще? Тоже с проникновением? Да, это с проникновением. Но тут без шансов. Так, давайте посмотрим. На этот солдат можем еще сильнее его прокачать. Видите, один раз забой позволяет задержать прибытие подкрепления противника на один ход. Каждый слот ниже сержант по званию будет хронически повышен после успешной миссии с этим офицером. Ну, с подкреплением тоже прикольно, но пока что я думаю, я не буду тратить ничего здесь. Попробуем отправить его на миссию сначала. We have made a number of new discoveries, Commander. I've often wondered how the aliens could conceive. Так, игольчатые патроны пробивают броню, используя дополнительный нероботизированным целям. Shape-shifting creatures, or are they merely another construct of alien genetic tampering? Так, костюм хамелеон не имеет дополнительной защиты, но снижает время проникновения. Так, зажигательная граната здесь. Ну, кстати, тут уже очень даже мало всего по дням нужно. Я бы продолжил бы вскрытие на самом-то деле. This specimen, known to our troops as the Advent Priest, has up until recently been rarely sighted outside the city center. While not physically intimidating, much like the elders themselves, these priests are deceivingly powerful psionic beings, even in death. Their remains still radiate with powerful afterimages of psi energy. That constant vigil over my activities is starting to wear thin. I consider myself a patient man, but eventually she's going to have to trust me. Так, давайте заканчивать здесь. 0 дней. Быстрая реакция. Ускоряет приход подкреплений. Ну, не в восторге я, конечно, от этого. Наша первая станция. Так, получен бонус. Количество получаемых разведданных увеличилось на 15%. Отлично. Теперь мы можем установить контакт. Наверное. Так, чтобы здесь ускорить, сколько нужно потратить? 30 разведданных. Ну, наверное, это нужно делать, да, потому что иначе мы там не вывезем. Сколько здесь стоит установить контакт? 100 разведданных. Отлично, нам на все хватает.
Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Attempting to establish local regional contact. The two soldiers we sent to the training center have developed an even stronger bond. If we continue to send them out together in the field, their effectiveness will only grow. Those who have given their lives today have done so in defiance of the Elders, and they will find no mercy in the gods' embrace. Our friends in the Resistance are paying a heavy price with the Chosen running loose. We should do what we can to take them down before they hit again. Так, отправили там в больничку и назначили новую взаимосвязь на прокачку. Отлично, получили инженера. Давайте сбор материалов. Кого мы отправим? Ну давайте их же. Они у нас просто будут специалистами по провал 0%. Замечательно. We'll get the job done. Don't worry, Commander. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Так, сохраняющая сфера и вскрытие. Давайте чистильщика. After a careful examination of the specialized Advent unit identified as the Purifier, I have found clear evidence of genetic modification to the subject's thermoregulatory glands. These changes, in conjunction with their specialized armor, give the Purifiers an impressive heat tolerance, bordering on total immunity. Так, дыраку. Уничтожить броню при попадании тоже плохо. Собственно, еще одно сопротивление. The chosen warlock is hard at work for his masters in this area. Да, и, собственно, дошла эта миссия. Я думаю, что на этом мы и закончим. Не забывайте, ставьте лайки, подписываться и оставлять своих оперативников в комментариях. Уже есть довольно много свободных. И еще увидимся.